Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня я решила разбирать шкаф. Здесь у меня есть шкаф. А здесь еще остались такие вот коробки, мы в них переезжали. Там от этой вот печки, она очень большая. Тут вот три коробки, они с одеждой у меня. Одежды, которые мне мала, которые я покупала, так и не одела. Ну, в основном, да, тоже мала. Вот. А другой шкаф, с другой стороны, здесь открывать не буду. Там прям мешки, мешки, мешки. Все завалено. И я все это оставила на лето. Хочу вот летом это все перебрать. А что-то выкинуть, что-то оставить, что-то расшить, перешить, может быть. Вот уже есть идея перешить, но я уже про всех забыла. Вот здесь, кстати, в основном внизу лежат сумки. Я хочу тоже их сейчас пересмотреть. Может быть, какие-то я уже не буду носить, потому что мода уходит, меняется. А сумки я уже года три последних точно не ношу, как была беременна. Я уже там особо, по-моему, не так часто выходила. Не знаю, там муж в основном носил все. И вот 2 года с ребенком я уже сумки не ношу. Вот. Ну, куда я пойду с сумкой? Мне проще рюкзак. Вот. Все это сейчас буду перебирать. Немножечко я освободила вот здесь, вот поставила себе табуретку. Вот, чтобы поставить потом коробку, посмотреть, что в коробке. Что-то выкину, что-то отдам. Вот, Дима тут уж... Дима пошел спать, срочно захотел спать. Не стали ничего убирать. Вот, в принципе, мне это не помешает. А потом вам покажу. Будет, конечно, я помню, сильный срач. Я уже несколько раз доставала. Что-то мне было нужно, я не могла найти в своем шкафу. Мне пришлось лезть туда, доставать, искать. Вот, ну, короче, хочу перебрать все. Короче, я разгребла. Вот он, шкаф. Пустой. У меня, на самом деле, вот эта вот штучка, вешалка сломалась. Поскольку здесь были пластмассовые штучки, и она сама деревянная, она просто упала. И что у меня тут? 3 коробки, 4 даже. Эта вот коробка полностью забитая. Тут совсем чуть-чуть. Тут вот пару сумок, пару там зимних одежды. Это вообще сумка старая. Мы с Женькой встречались. Она у меня уже была. Вот, и у нее даже кожа вот эта вот. Она не натуральная кожа. Она поколупалась. Я ее, скорее всего, выкину. Вот, и там вот гора ненужной одежды. Целая гора, которую я не ношу, не буду носить, не собираюсь носить. Но часть оттуда я перешлю. И часть оттуда джинсы, которые я собирала для того, чтобы когда-нибудь я знала, что начну шить, захочу шить. И вот всякие Женькины джинсы, у него быстро они рвутся. Я их собирала. Там, может быть, тапочки сошью, может быть, что-то еще. У меня всегда была мечта шить именно из джинса. Вот. Ну и получается, эта коробка пустая. Сейчас я, наверное, свои вещи, которые я оставила, сложу в коробки, подпишу. Вот, также, кстати, вон там еще вещи, которые я себе оставила. Там 2 куртки. 1 куртка вообще прям классная. А другая, вот фиолетовая, ее надо перешить, скорее всего, потому что мне рукава не нравится. И сложу, сейчас у меня будет все аккуратненько, чистенько, и я вам покажу. А с той кучи я буду разбираться, что-то, наверное, выкину, что-то оставлю. Сейчас будем смотреть. Время 6. Захожу к Диме. Он сидел тихонечко себе. И пи-пи, тя-тя-тя, да? Захожу. Вижу корзинки. Поворачиваю голову. А тут все из корзинок повытаскивал. Да, Дима? Мультиков у нас с тобой сегодня, значит, не будет. А Дима убирается. Молодец. Только внизу у нас были трусики, а сверху кофточки. И они лежали, Дима, аккуратненько. Они навалены. Там есть вторая еще корзинка. Бумажечка была, лежала сбоку. А не сверху. Куда пошел? Там вторая бумажечка. А там еще 1 корзина, Дима. А что ты будешь класть в ту корзину? Мне все равно придется после тебя убираться, да? Ну, было не так совсем. И штаны, и кофты, батюшки, да тут все вместе. Вот она, для сна была, для сна. Ну, они сбоку лежали. Вот она, для сна вот эта вот была.
А тут вот они, кофты, майки. Здесь вот они, трусики. Были вот они, аккуратненько были сложены. О, аж спотыкаешься. Идем, складывай. Куда пошел? Трусики сюда клади. Где у тебя трусы? Это кофта. Сюда трусы надо класть. Трусы, вон они, трусы лежат, полосатые у тебя. Вот, сюда клади трусы. Вот, а кофту сюда клади. Кофту сюда клади. Вот. Здесь кофточки лежат, маечки лежат. Да. Трусы найди сначала все. У нас было больше вообще трусов, Дим. И сейчас я не чувствую, мне тут найдешь. Шортики здесь. Здесь у нас только были... Господи, я теперь сама запуталась. Плавки вот твои. Ну, давай, складывай. Ладно. Мама сама еще поможет. У тебя сапог лежит. Вон, видишь? Сапог, видишь? Резиновый. Убери его на место. На место убери его. Где ты его взял? В шкафу. Сейчас он тебе летом в 30-градусную жару. Этот сапог резиновый вообще не нужен. Но если ты, конечно, хочешь, я могу тебе отправить с ним гулять. Но я думаю, ты в обморок упадешь. О, еще и ботинок достал зимний. Ты куда собрался, Дима? На Северный полюс, что ли? Вот, клади. Укладываю каждый раз. Все равно достает. Клади давай корзинки. Клади. Куда? Повыше. Выше. Ай, ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все выпадает, Даша. Давай, клади. Шортики свои положи. Да что ты? Да что это все он задвигает? Все он ходит, поправляет. Двери он у нас закрывает. Давай, я тут, наверное, не подымешь один. Давай, я тебе помогу. Ну, поднимай. Не я одна буду. Давай, кто тут достал-то их? Я тебе просто помогу. И все, мама. Конечно, все, мама. А что же еще? Все, что? Теперь тебе надо обои еще собрать, Дим. Смотри. Сегодня он у нас опять решил обои поотрывать. Видишь, вон, козявок сколько. Видишь? Собирай их все. Он уже здесь оторвал у нас. Лодка вот появилась. Да, ты будешь приклеивать их? Приклеивай, давай. Тебе клей надо теперь? Ну, здесь уже оторвал. Ну, эту штуковину, кстати, мы потеряли что-то. А, нет, вон она лежит. Тут прям клеили сверху на старые обои. А вот она, бетонная стена, которая мне больше всего нравится. О, давай, приклеивай. Ее надо намочить, наверное, Дим. Да, чем-нибудь намочить надо. Водичкой надо намочить ее и приклеить, хотя бы так, может быть. А еще лучше мылом. Вот, и пойду я в свой гадюшник. Сейчас я все вот это в коробке уберу. Вот, нашла еще Женькины джинсы новые. Ну, не знаю, может быть, это Женькины, не Женькины. Тут тоже. Сейчас все буду убираться. Покажу потом. Принес у нас сегодня Женька мешок с тканями. Купила я обрезки разных тканей. Еще добавлю заодно. Есть вот, которую вот я как раз искала. Прозрачную, розовенькая, нежненькая. Да, как много ее здесь. Довольно. Разные тут обрезки. А это магазин. Ну, не магазин, а это ателье, оказывается. Я думала, просто женщина что-то себе шила там. И остались. Или думаешь, я, может быть, она. Оказывается, ательета. Ательета вот остаются вот такие вот. Вот за все 500 рублей. Ну, здесь довольно тяжелый мешок довольно. Здесь, наверное, килограмм 6, наверное. 7. Где-то получается. Здесь, кстати, она мне фотографию прислала, я еще увидела. А, это обрезочки всего лишь. Такие вот. Я думаю, там прям... Ой, там чуть-чуть. Ну, чуть-чуть такие вот есть кусочки. Я думала почему-то, что они... Если обрежешь, то они отваливаются. Даже прям резали. Смотрите, так аккуратненько. Все штучки на месте. То есть половинок нету. И все на месте. Видимо, что-то делали.
Хотя, честно, если бы я отнесла что-то в ателье, я бы попросила, чтобы все кусочки отдали мне. Вот, чтобы потом что-нибудь придумать с них. Какие-то штучки. Ну, из них можно какие-то цветочки, я думаю. Где-то их, опять же, снова их отрезать. Где-то пришить их там. Ну, там кругляшок, например. Отрезать, где-то пришить можно. О, а тут вон. О, да тут побольше. Прям смотрите, классно. Прямо много. Выгодно у них брать. Ой, 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 тут прямо, можно ни в какой фикс-прайс не идти, а свою подушку спокойно шить. Где только берут такие ткани? Офигеть. Офигеть. Ой, папа. Вот так вот у нас такой сегодня был денек. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Я буду разбираться.